Власти Камчатки намерены сократить время ожидания результатов теста на ковид до 48 часов. Для этого лаборатории в регионе будут работать ежедневно. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности вице-губернатора края Александр Кузнецов. В среду он посетил поликлинику номер 3 и обсудил с главврачом, как уменьшить очереди. Частично разгрузить медиков уже удалось. С прошлой недели в учреждении работают врачи Министерства обороны. В третью поликлинику были направлены дополнительно 3 врача с Министерства обороны, то есть как они встроились в эту систему и как они работают. Потому что в данной поликлинике у нас прикреплено порядка 50 тысяч населения. Врачи, они очень быстро встроились в работу, и реальная помощь, вот они действительно в этом месте нужны. То есть они помогают, они работают у нас на амбулаторном звене, они взаимодействуют с ковид-больными, берут как и мазки, грубо говоря, и также осуществляют доставку медикаментов и сопровождают данных пациентов.